Сегодня, 2 июня, в седьмой раз свою работу начинает межрегиональный образовательный форум «Молгород». Палаточный городок в Заволжье уже вырос. Участников ждут лекции, семинары и мастер-классы. Зарядка, завтрак, лекции, семинары и многое другое. Каждый из 5 дней форума расписан по минутам. Традиционно программа «Молгорода» будет состоять из образовательной, спортивной и культурно-развлекательной частей. Каждый день с участниками форума, их в этом году около 1500, будут встречаться эксперты в области экономики, политики, журналистики. Те, кто приедет сюда со своими проектами, могут презентовать их и попробовать найти инвесторов. В эти минуты идет торжественная церемония открытия. Подробнее об этом мы расскажем в нашем эфире завтра.